парни, всем привет. Я сейчас зашел в рестор, ну, случайно совершенно. И тут стояли посетители, обсуждали iPhone и говорят, типа, iPhone 10 не очень. Знаете почему? Потому что вот что. То есть зеленая полоска, причем парень говорит то, что у него еще было две полоски. Была еще... какая еще полоска была? Было еще пару зеленых полос и одна красная была. То есть прямо рядышком. И они пропали просто. Они пропали, и красная иногда вместо... Иногда появляется. Слушай, можно, то есть, допустим, сейчас видеозапись как-нибудь включить, она появится. А, то есть видео надо включить. Давай попробуем. Ну, что-нибудь подобное. Слушай, а телефону сколько по времени? Телефон, ну, где-то 2 месяца, что ли. А ты, получается, его не ронял, не кидал, ничего? Ничего не делал, просто полосы скул. А ты его, я так понял, купил в нормальном магазине, в Денейсе, да? В Денейсе, да. Да, его так... Он еще на гарантии, они ну, просто... слушай, ну его надо менять, на самом деле, его отнести в Apple, там вот, как ты сказали, 60 дней. Ну, смотри, это на 60 по закону, дней, да. Просто по закону, по факту, меняют они там за неделю-две. В принципе, не вопрос, если хочешь. У меня просто в Parkhouse есть сервис, и мы без проблем можем поменять его. Просто мне я-то что, я без проблем даже на 60 дней готов подать, но они замену какую-то деревяшку хотят дать. А это мне... Нет, по идее, они вообще даже ничего не дают. Ну, вот даже. Вообще, по идее, мне сказали в сервисном центре, в самом iPhone, в Apple, точнее, они просто забирают его и должны поменять. Да, да, да. Но они, по идее, должны вообще новый телефон дать. Ну, тут видео, наверное, не грузит. Ну, да, короче... ну, вообще, по-моему, когда он нагревается, что ли, появляется, или еще что-то подобное. Ну, короче, суть в том, что, парни, я вот первый раз такую тему вижу, на самом деле. Все говорили про зеленые полосы, вот я ее, наконец-то, узрел воочию. Причем она... вообще никак не реагирует на касание, но вот это вот проблема, собственно, LED дисплея. Вот так вот. Вот так вот, блядь, десятку купишь и вляпаешься на ремонт. За 90 тысяч. За 90? За 10%. Слушай, ну это вообще грустная тема на самом деле. Вообще, ну дай бог, все поменяем, все сделаем.